Предлагаю деду ламбу выделить. А вон там ламбас как раз стоит. Ясненько, ну хорошо. Он же ламбу этот. Время запроса адвоката 13 часов 16 минут. Ожидаем 5 минут. Скажите, как это идет. Меня же слышно сейчас? Нет. Почему я с вами сейчас диалог веду, с вами разговариваете? Игнорируете меня, да? Иди, где мой телефонный звоночек? Тоже такой вопросик вам. Че там? Давай я Кецу предложил, говорю. Че? Чего вы Кецу предложили? Воночку, а не укусил. Воночку на касик. Ща, подожди. Боженька, вы здесь? Конечно. Ну, адвоката у нас нету. Давайте. То, что где-то я не запросил его. Можете позвонить. Ровно. 5 минут времени у вас есть. Пиздец, Райдер Пэшер. Хуяли там, блядь. Мне похуй, честно. Эй, телефонный звонок дал, пусть звонит. Меня насилуют! Что, тоже на солнце РП ремонтом? Ба, как новая, бля. Бампера заднего нету. Ну, то такое. Просто давайте закончим это, и будете дальше патрулировать. Станьте лицом, пожалуйста, кешечком. А можно, можно вас... Сон, что у нас есть? Поехали, поехали, поехали. Да я, бля, не тут там. Я уже подчинул себе. Можно вас на секунду? Говорите, что? Надеюсь, мы успеем. Алло. Давай, родная. Вот Макс, Макс, блядь, я понял. А он там сзади задержан. Так, где он разнорожденный причет, потому что прошло по верхней нижней слой одежды. О, админ прилетел. Так, при обыске не было найдено ничего нелегального, получается. Пизда, да? Паспорт и справка на что. А за что? Так, Карл был... Да на НРП копа. Какого на НРП копа? Это НРП коп. Я за 17.6 ее вижу. Ну, разбирать. Да, только когда ты вязал, ты 10.5 зачитал изначально, 17.6. 18. Без проверки ты как-то и 10.5, а потом, когда доехал до участка, резко 10.5 куда-то пропало. Врезался в забор, ударился головой, забыл 10.5, кстати.
Гражданочка, вы позвонили? Пошли нахуй! Я не разговаривал по телефону, видите? 500 метров. У вас осталось все равно 3 минуты. Успею. Вот там стрельба. На крыше вон, видишь? Вижу, да. Останавливаемся, выходим. Слышь, тут РМовцы вот эти чмошники. Что ты мне там отправил? А, понял. Опа, она побежала, блядь. Ха, уехала. Уехала да просто. Да она сыкло. Это там два сыкуна сидят. Поехали, поехали, поехали за ними прям. Поехали. Куда они, блядь, поехали? Направо, направо, туда. Я это откатил. Я просто это откатил.